Глава Бурятии начал рабочую поездку в Москву. Вячеслав Наговицын примет участие в совещании секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева. Основная тема – энергобезопасность сибирских регионов. Затем глава Бурятии продолжит работу в федеральных министерствах, в частности, в Министерстве образования. Более 25 миллионов рублей перечислили жители Бурятии, пострадавшим от схода сели в поселке Аршан. Финансовую помощь в связи с утратой имущества первой необходимости получили 352 человека на общую сумму 15,5 миллионов рублей. Еще 32 человека получили по 100 тысяч рублей. Их дома были полностью уничтожены селем. Как сообщает Минсоцзащиты, материальные выплаты продолжаются. В Бурятии наблюдается рост численности населения. Это происходит за счет мигрантов и естественного прироста. На сегодняшний день в республике проживает 978 тысяч человек. С начала года родилось 11 343 младенца. Коэффициент естественного прироста составил 6 промилле на 1000 населения. По этому показателю республика среди регионов Сибири занимает третье место, уступив только Тыве и республике Алтай. Девушка из Бурятии прошла финал конкурса «Народная миссис» Санкт-Петербурга. В борьбе за титул принимает участие Виктория Молодаева. Сейчас в сети идет народное голосование, которое закончится 5 ноября. Учитываются лайки и репосты. По условиям конкурса, помимо модельных данных, участница должна быть замужем и иметь детей. К слову, у Виктории один ребенок, сообщает Байкал Медиа.